я включу нам музычку, чтобы нам было больше. Вечер. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно меня? Видно меня? Вот, вижу плюсики, значит, слышно, все хорошо. Вот, еще раз представлюсь. Меня зовут Мальгина Анна. Так сказала Катя, мое знакомство с Волом началось недавно. И как бы наша семья познакомилась... Wellness именно с детской продукцией, потому что на тот момент у нас была очень серьезная проблема. Ребенок систематически с 2 лет начал непрерывно болеть простудными заболеваниями, и все это как бы в серьезную форму отита. Я как бы начала, как заботливая мама, искать решение проблемы, как бы что делать, нужно спасать ребенка, потому что, ну, так дальше уже не могло продолжаться. И как бы, ну, начать. Меня на тот момент пригласили... проект «Территория роста». Вот. Ну и как порядочный новичок я смотрела все видео из 5 шагов новичка, и там был замечательный вебинар Анны Козловской о wellness. Естественно, я услышала про детские витамины и решила изучить все, что я только смогу о них найти. За 2 дня перерыла весь YouTube, прослушала все, что только можно о детских витаминках и поняла, что, ну, для своего ребенка я просто в Беларуси ничего лучшего не найду, именно из категории витамин. Вот, и как бы моя малышка начала принимать витаминки и омега-3. Вот, через месяц у нас пропали все признаки простуды, отита, вообще каких-либо заболеваний. Ребенок стал себя чувствовать просто прекрасно. Она стала еще более активной, выносливой. То есть, если раньше поездки на длительное расстояние и походы в магазины у нас заканчивались истериками, то сейчас она с радостью куда-то едет, впереди всех бежит в магазин, бежит обратно, мы уже с мужем уставшие, а она еще согласна погулять на площадке, побегать, попрыгать. Вот, то есть сама я лично познакомилась пока еще только с коктейлем. Причем это тоже было такое осознанное решение его пить. Я как бы уже более года, наверное, не ем мясо по некоторым причинам. Вот, и начала знакомиться со здоровым питанием и считать количество углеводов и белков в своем рационе. И заметила, что катастрофически не хватает белков. Ну, естественно, на тот момент я уже была знакома с такой продукцией, как wellness-коктейль. Естественно, я даже не сомневалась, что мне употреблять, чтобы избавиться от этой проблемы. Вот, сейчас я уже, ну, как бы недолго его пью, это примерно где-то 2 месяц пошел, но уже как бы по себе чувствую результаты. Я стала более активной сама, у меня пропали ужасные утренние дни, когда ты просыпаешься, не можешь открыть глаз. Вот, я начала завтракать wellness с коктейлем, мужу тоже предлагаю, вот, и он причем не отказывается. Вот, единственное, что с клубничным и коктейлем не совсем еще подружились, но зато полюбили очень шоколадный. Вот, то есть, ну, сейчас у нас следующий этап – это витамины. То есть мы с мужем запланировали их тоже систематически пить, потому что, ну, прослушав очень большое количество вебинаров, поняв, что это... Вот, поняв, что это лучшее для нашей семьи, вот, мы планируем как бы wellness в нашей жизни теперь будет каждый день, и я думаю, на